Всем привет, ребятки, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Ну что ж, давайте попробуем сразимся с этими чуваками. Так, у меня, получается, я с коброй, да? Ладно, поехали, коброчка. В бой. Сейчас эти дурачки сейчас... Во, уже летят. Ёлки-палки. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как ты гад. Так, надо им этот, сразу. О, напалм, все, разрушили один. Один танк мы разрушили. Сейчас будем этого мочить. Ох, тихо. Давай, сейчас мы его замочим, немножко осталось. Есть! Победа! Звездочку сейчас получим. Еще немножечко, и у нас, ребятушки, откроем сундучок. Еще одна победа. Ух ты, Феникс и Кобра. Так, а у меня тоже Феникс, дружище. Поехали! Так, все. Едем с другом. Так, а ну-ка, ладно, ну давай немножечко еще сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай этот сразу. Напалм, далеко они ушли. Ладно, вот, есть, готов. Одного щелкнули. Так, теперь вот этого будем щелкать. На, получай, вонючка. Опа, на, получай еще. Я очень много стреляю в него. Видишь, сколько ударчиков в него влетает. Где ты там? А, давай, есть! Ай, наконец-то такие, ребятушки, получим еще одну звездочку и откроем сундучок. Посмотрим, что же там в сундучке будет лежать. О, 2 самоцветика, спасибо. А мы, ребятушки, с вами собираем самоцветы, чтобы открыть легендарный сундучок, чтобы нам выпал легендарный танк. А легендарный танк у нас, ребята, один здесь. Один, и это танк у нас Скорпиончик. Обязательно откроем. Ну что ж, давайте этих сейчас быстренько пощелкаем. Дружище. На, дружище. Так, ух ты, лечилку взял. Так, напалм. Вот. Так, сейчас я этого попробую отщелкать. Нифига себе. Так, давай. О, как раз он повернулся. Сейчас я его буду щелкать. На. Еще один ударчик. На, держи. Ух ты! Оказывается, мы один на один были, этого убили, моего напарника такая, оказывается. Поехали, опять будем с Коброй играть. С Коброчкой. Ух ты, баллиста. У меня там, смотрите, там. Дружище. Так, здесь я буду встану, сейчас буду стрелять. Во! Да ты чё, не могу попасть в тебя. На! Есть! О, я тут могу всех пострелять. Напалм. Я вам сейчас... Ух ты, нифига, меня перевернул. Ты видел? Офигеть. Так, есть. Баллисту мы взорвали. Тебе нужно вот эту убить. Уничтожить. Есть. Уничтожили мы. Хорошо. На звездочку получили мы. Давайте еще раз сразимся. Почему бы и нет? Титан, и у нас тут там кобра, да, кобра. Ух ты! А у меня, смотри, жнец. Жнец, дружище. Так, давай-ка сюда подъедем быстренько. Опа! Попал я в кого-то? Кого-то попал. Ух ты, жнеца мы его уничтожили так быстро. Так, вам напалм, пожалуйста. Есть. Теперь надо вот этого кобру убить. И кобру, ребятушки, я убил. Это очень хорошо. Эх. Давайте откроем сундучок. Посмотрим, что в сундуке. А в сундуке у нас просто монетки были. И Феникс ремонтный комплект мы подняли. А ну давай тогда я выберу Феникса. Где у меня Феникс? Вот он. Ого! Смотри, мы можем Феникса улучшить. Так, 780 монет стоит. Ага, так пока. Ну давай, ладно, улучшим. Все, улучшили Феникса. И я выберу такую окраску черную. Ага, Феникс у меня улучшенный, по идее. Так, а что у меня там было? Ремонтный комплект у меня стоит. Ну ладно. Пусть будет так. Так, я здесь быстренько встану. О! Так, а ты мне мешаешь, алло! Прикинь, мне реально этот мешает. О! Так, я подлечился, не знаю, что, чья это была лечилка. Но сейчас мне нужно будет свою использовать еще. Лечилку. Так, быстренько. Опа, все, победа! И мы еще и подлечились в конце-то концов. Угу. Так, ну что, мне
посмотрю сейчас. А, вот. Ремонтный комплект мы улучшили. Ну что ж, поехали, я буду на Фениксом играть. Ух ты! Иван и еще какой-то китайский друг. А здесь кто тут? А, непонятно кто. Ладно, поехали. Так, я боюсь, его быстро расфигачат. На, огонь тебе. О, Феникс у меня еще более-менее прокачанный. Но мне этот мешает, дружище. Ух ты! Они друг друга уничтожили, представляешь? Ладно, давай едь сюда. Ну, сейчас подождем, он ко мне подъедет. Да, разломались мы все. Во, на тебе, огонька. Все. Погиб. Мы выиграли. И давайте дальше. Дальше, ух ты. У нас, ребята, будет какой-то большой сундучок на этот раз. Угу. Играем с теми. А, с Коброй. Ладно, поехали. Поехали, поехали, дружище ты мой. А, нет, я здесь, наверное, стану. Или нет, надо лучше подъехать поближе. На! О, вот этого сейчас я щелкну. О, он очень легкий был. Реально. На тебе, огонька. Огонька, не надо тебе. Слушай, ну ты сейчас же подъедешь. Давай, едь сюда. А, он боится ехать. Конечно же. Кто ж подъедет сюда? Сразу щелкнется. А, ну вот, мой друг его уничтожил. Полковник, ребята, дали продвижение полковника, представляешь? И мы открываем сундучок. Открываем сундучок, большой-большой сундучок. Смотрим, что же там есть. А, 58 монет нам дали. Ну да ладно. Давайте еще раз сразимся. Поехали. Так, ух ты, тоже Феникс? Ух ты, Джокер. Феникс и Джокер. А, у нас два Феникса, смотри. Какая красота, два Феникса, представляешь? Сейчас посмотрим. Сейчас глянем. О! Так, жарим, жарим, жарим. Так, один Феникс готов. Так, и бедолашка Джокер. А Джокер же, он очень такой хитрый. Он стреляет очень часто. Ладно, давайте подлечимся. И пойдем Джокера щелкать. На, держи. Джокер, почему ты не стрелял? Ты же мог бы стрелять, конечно же. И еще одна звездочка. Не знаю. Давайте возьмем Титана. Черного, давай купим. Черный Титан, мой большой такой вот танк. Черненький. Макс и что-то там. Лады, 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 лады. Поехали, вот у нас два танка таких. О, едем. А, ну сейчас они подъедут, подожди. Вот, едет уже один. Тихо, 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 тихо. Ай-я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 й. На. Так, тихо, тихо, подлечиться, подлечиться, срочно. А, враг подлечился, вонючка. Прикинь, моей лечилкой... не знаю, как так вообще это сделано. Почему моей лечилкой подлечился враг? Ладно, я тут постою, немножко постреляю. Что там происходит, а? Сейчас мы его отщелкаем, где же он? Где же ты, друг? А, он спрятался. Так, еще один удар, и я его щелкнул, реально. Угу. О, опять большой, смотри, сундук у нас. Фига себе. Ладненько, поехали. Ого, что это такое сейчас? Карахнит какой-то. О, два титана. О, да, да, два титана. Один черный, другой зеленый. Один черный, другой белый. Один черный, другой серый. Один белый, другой серый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ё-моё, сколько этих ракеток-то, а? Много. Так, щелкнули одного. А, отлетают. А, запчасти. Где у нас там? О, титанчик. Титан против титана, да? О, ты моего друга уничтожил, да, гад? На тебе. Есть, щелкнулся. От звуковой волны. А, да, от звуковой волны он просто разлетелся. И мы, ребята, открываем новый сундук. И посмотрим, что же там. А там 53 монетки. И все. Мне бы лучше бы кристаллики бы дали. Кристаллики. Да, ладно, поехали. Будем черным сегодня ездить. Ух ты, два титанчика. Нифига себе, а у нас что? А, у меня Джокер. Блин, ладно. А, Джокер.
Не знаю, выиграем мы или нет. Будем стараться. Ух ты, давай, одного хотя бы взорвать, одного хотя бы убить. Есть! А, нифига, мы двоих уничтожили. Прикол. Блин, я чуть-чуть не умер.